Антикоррупционная служба обещает пристально следить за деньгами, которые выделяют на ликвидацию последствий масштабных паводков в Казахстане. Как сообщили сегодня в пресс-службе агентства, его председатель поручил жестко контролировать целевое расходование денег. Во главу угла поставлена задача по жесткому контролю за целевым и эффективным распределением средств. Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки. Кроме того, граждане могут круглосуточно сообщать в Антикор о случаях мошенничества и вымогательства при возмещении ущерба от половодья. Финансировать восстановление регионов, пострадавших от наводнений, будут в том числе за счет денег, изъятых у коррупционеров. Об этом сообщили уже в Генеральной прокуратуре. В то же время тратить средства из специального государственного фонда, который уже пополнился на 2 миллиарда 200 миллионов тенге, будут не только на ликвидацию последствий паводков, но и на реализацию социальных проектов пострадавших регионах.